Победа. 75 лет. Для вас принципиально важно, чтобы все приехали лидеры? Вообще не важно. Это наш праздник. Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это внутриполитически и в моральном смысле было бы правильно к нам приехать. Мы ждем и будем рады, если они приедут. Если нет, это их выбор. Но это, есть... мне кажется, и для них было бы ошибка. У вас есть ощущение, что нас хотят отнять победу? Нет такого ощущения, нет, невозможно. Достаточно посчитать. Ну, понимаете, это же недалекие люди, которые читать, писать не умеют. Несут всякую фигню там в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Чушь это собачья просто. Значит, надо посмотреть хронологию развития событий, начиная с 19-18 годов, как это все происходило. Кто и какие подписывал документы с Гитлером. Кстати говоря, Сталин, как бы к нему не относиться, он тиран там и так далее, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером. И нет ни одной подписи «Сталин-Гитлер». А вот Гитлер и премьер-министр Великобритании, Гитлер и премьер-министр Франции есть, Гитлер и руководитель Польши есть. И он с ними, они с ними работали, с Гитлером. Неоднократно встречались, сдали Чехословакию. Польша вместе с Гитлером поделила эту Чехословакию и, по сути, договорились с ними о вводе войск в Чехословакию. Единственное, что немцы им сказали, Гитлер сказал, только не в один день с нами. Не будем друг другу мешать. Мы не претендуем на то, что, на то, на что вы претендуете, на Тишинскую область. Это прямой сговор. Ну, что-то прочитайте. Все в документах есть. Я вот из архива поднял это все, посмотрел, да, да. Почитал. Читали, слышали. Ну да, конечно. Там все написано. И потом будут рассказывать, кто там виноват. Вот они и виноваты, начиная с 1938 года. Этот мюнхенский так называемый сговор, он и был первым шагом к развязыванию Второй мировой войны. Польша приравнивает Советский Союз, официально Варшава приравнивает Советский Союз к гитлеровской Германии, ставит знак равенства. И обвиняет обе страны в развязывании Второй мировой войны. Мы тут же кидаемся в бой. Мы никуда не кидаемся. Секретные там протоколы Молотова-Риббентропа. Мы осудили их. Россия сделала это. Но пускай другие страны тогда по-честному скажут, как они оценивают поведение своего руководства в те времена. Пускай скажут об этом честно. Они не предъявляют какие-то вымышленные, совершенно надуманные обвинения или претензии. Вы нацистская говорите Германия. Про прошлое, я про сегодня все-таки. Нет, нет, смотрите, нет, сегодняшние нет, власти нет, Польши не позвали вас в Освенцим на 75-летие. Да, не позвали и не надо. Ну, поехал туда, зато поехал Зеленский, который рассказывает про Первый Украинский фронт, про сотую Львовскую дивизию. Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что это, все это конъюнктура сегодняшнего дня. А миллионы украинцев, которые воевали с Гитлером, воевали с нацизмом, это плевок для них в лицо. Я вас уверяю, боятся просто рот открыть там. Потому что сразу же преследование начнется. Ну, я знаю, что там происходит в сердцах у людей, которые воевали с нацизмом с оружием в руках. Для них это плевок. Значит, ну, нынешнему президенту Украины хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень большую ошибку. А как вы относитесь к лозунгам, там, когда там можем повторить, которые 9 мая, типа на BMW или на Мерседесе, да. Сзади, можем повторить. На Берлин. Послушайте, спасибо деду за победу. Спасибо деду за победу, отлично. А можем повторить? Вы знаете что? Это трактовать можно по-разному. Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии. Мы потеряли 27 миллионов человек. Нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, и мы повторим. Но лучше бы, чтобы не пришлось. Конечно, мы к этому никогда не стремились, и стремиться не собираемся. И российское руководство никогда не ставит вопрос таким образом. Если лозунг, о котором вы сказали, рассматривать именно с таких позиций,
то достаточно вспомнить Александра Невского. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет.